Невезучая внешность обезьяна Носач среди своих сородичей приматов выделяется необычайно крупным носом, немного похожим на крупную пропавшую картофелину. Носач или Кахау, как ее еще называют жители Калимантана, единственного острова, где эти обезьяны распространены, находятся на грани вымирания из-за вырубки лесов и браконьеров. В настоящее время эти удивительные обезьяны занесены в Красную книгу и находятся под защитой. Но не только носом они удивительны, поскольку они умеют задерживать дыхание и могут проплыть под водой более 20 метров. А узнал ты об их существовании, потому что подписан на себя профессор?